Здравствуйте. Сегодня я вас познакомлю с совершенно новым приватным читом для DZ. Он работает на всех серверах с античитом BattleE. Он абсолютно не палится, даже если вы по глупости спалились перед админом сервера со своим читом, и он забанил вас за геймхак. Вы просто можете сменить ID. И в дальнейшем продолжая играть на этом сервере. Но давайте зайдем на какой-нибудь из серверов с включенным BattleE. Выберем сервер. Типа меньше людей, чтобы у нас не глючило. Ну вот, к примеру, 4 из 40. Заходим. Пошла загрузка. Спалиться с ним на самом деле очень тяжело. Это если вы не будете бегать за админом сервера и не резать его топором или взрывать его C4. Хотя можете делать в принципе все угодно, это ваше право. И как я говорю, будет незатруднительно, когда вы просто смените ID. Ну вот мы вроде как заходим на сервер. Я специально выбрал, чтобы на сервере присутствовал вид от третьего лица, чтобы наглядно показать вам, как все работает. Stamp completed. Все, мы заходим на сервер. Как видите, здесь ночь. Я включу PNV, чтобы все видеть. Мы находимся на замке Зуб. Итак, приступим. Сейчас я спущусь вниз. Покажу вам функционал. Включается он вот так. Как видите, MapHack активирован. Если посмотреть вверх, вы увидите мой ник и количество моих жизней, моего здоровья. 12 тысяч крови. Сейчас я вам покажу, что можно в принципе делать. Как вы видите, у меня нет рюкзака, есть СВД. Ну вот смотрите, я могу все сбросить. Ой, печалька. ПНВ упало. Сейчас подберу, чтобы видели хотя бы, что происходит. Вот, выброшу пистолет, там, и так далее. Включу ПНВ. Вот все это добро валяется. И одним нажатием клавиши Give Weapons у меня пополняется все заново. И как видите, у меня все снова есть. Вы можете настраивать любые свои примочки, которые вы хотите, чтобы у вас появлялись. Тут вот маскировочный костюм. Меня 7 взрывчаток взял, так как я глумлюсь над народом. И СВД камуфляж. Дальше одно из самых, можно так сказать, главных преимуществ этого чита. То, что вы можете телепортироваться одним нажатием мышки на любое расстояние. Вот. Я был там, сейчас я здесь. Я могу телепортироваться как сидя. С
шестое. Так и лежа. Дистанцию телепорта можно также выставлять. 50 метров, 100 метров, 300 метров, как вам угодно. Насколько вы быстро хотите добраться до места. Я ставлю метров 50, чтобы, если что, вплотную к врагу подбираться. Также нажимаем M, вы видите, что у нас работает мапхак. Мы видим, где кто находится, как он двигается, куда он двигается. Вот, к примеру, в старом соборе, в палаточном лагере есть человек. Мы выставляем метку, конечно, если она здесь есть. К сожалению, ее здесь нет. Ну ладно, мы можем добраться так, посмотреть, где мы находимся. Ну, естественно, понятно, что нужно просто на север телепортироваться. Вот так. Видите, он у нас уже появился на экране. Мы просто к нему телепортируемся. Вот данный персонаж, которого мы заметили, теперь он убит. Его тело можно обследовать, проскерить. Вот мы видим, что он нас собирал. По всей видимости, он здесь лутался. Палаточка мне нужна, так что я заберу ее себе. Вот. Опачки. Мы видим здесь ладу. Это та самая красная лада на месте спауна. Как вы видите, она без колес. И у нее все сломано. Engine, fuel, колеса, хул. Вот. В принципе, мне повезло, я могу вам сейчас же показать наглядный пример, читая, что я могу с ней сделать. Repair car. Хлоп, видите, у нее появились колеса, и она полностью починена и заправлена. Теперь я могу просто сесть и ехать. Это незаменимая вещь, чтобы не таскать колеса, запчасти и так далее. И теперь, в принципе, это наша с вами лада. Вот, и можно разъезжать куда я хочу. Вот, чтобы вам еще показать. А еще я могу показать, к примеру, сейчас телепортнемся к зомби, дадим ему меня ударить. Бей меня, братиш. Бей. Давай. Давай. Пинай меня. Сломай меня полностью. А вот, как вы видите, у нас течет кровь. И мы можем просто одним нажатием heal yourself вылечить себя. Как вы видите, перестает течь кровь. Но, как бы анимация, то, что кровь еще вытекает, может быть. Но на самом деле у вас больше не будут отниматься жизни и теряться кровь. К сожалению, когда юзаете чит, дебаг монитор пропадает. Вот это одно из его недостатков, что мне больше всего не нравится. Вот, но все действия, которые вы делаете, в принципе, они действительно и сохраняются. Просто вас может откатить немножко. Ой, забыл, то что SOD не присоединена к ночному видению. Вот. Что вам еще показать? А, сейчас, конечно, покажу вам еще. В принципе, можно это даже назвать самым главным, что есть в чите. Сейчас мы телепортнемся подальше. Куда-нибудь краешку.
Вот, допустим, сюда. Вот, мы правее от северо-западной взлетки. Мы можем телепортировать технику с карты. Любую технику абсолютно, которая есть на этом сервере. Велосипед. Видите? Мы телепортнули велосипед. Их, как правило, много всегда. Вот, и телепортируется по много. О, а вот наш автобус, по ходу дела, он тоже был на месте спауна. Вот, сейчас еще что-нибудь телепортнем. Еще велосипед. Еще велосипед, как я вам говорю, то что велосипедов очень много. Еще один автобус. О, квадроцикл. Но он, походу, не дособран. Кто-то его пытался собрать, так и не собрал. Я его увел. Вот. Еще один квадроцикл. Но, в принципе, вот так. Одним нажатием клавиши вы просто телепортируете технику, которая есть на сервере. И, в принципе, за это в логах вы никак не спалитесь и не получите бан. Ну, на этом, я думаю, можно закончить все вопросы. И пожелания хочу услышать в скайпе, который я оставлю. Также я объясню, как пользоваться читом. И так далее. Стоить он будет на сегодняшний день, на данный момент, 350 рублей. Вот. Ну, всего доброго. Всем пока. Надеюсь, этот чит вам понравился. С вами был Молекула. Всем пока.